Значит, не достигает своей цели. Значит, мы, Александр Евгеньевич, мы отправляли вам, значит, обращение все-таки, значит, в той или иной форме воссоздать, значит, учреждения наподобие медицинских вытрезвителей. Они у нас, значит, в системе, значит, МВД, значит, в прошлом году упразднены, значит, ничего нового не создали. У нас, значит, практически сейчас наступит любая холода, зима и так далее, значит, нам практически, значит, ту категорию граждан, которая находится в состоянии средней степени алкогольного опьянения, значит, то есть мы составляем протокол и содержать практически их нигде не сможем. Состояние, значит, тяжелого, значит, опьянения, да, тяжелой степени, мы, соответственно, составляем медицинский вытрезвитель. Средняя степень у нас, по сути дела, выпадает. Поэтому у нас и возникает вопрос, что отношение этой категории, значит, как и этой категории, как правило, значит, либо совершается, значит, ими преступление, коли они у нас не изолируются, значит, временно от общества, или, либо в отношении них совершается. Поэтому все-таки наше обращение, пожалуйста, принципиально, значит, рассмотрите и какое-либо решение все-таки. Остальные граждане, которых мы отпускаем, это потенциальные в наступающих холодах потенциальные трупы. Потому что через квартал-полтора они опять падают, засыпают и остаются. И до них дела никому нет. Медицина туда не выезжает, мы выезжаем, доставляем, передаем, и вот этот идет комплект. Это довольно острая проблема. Если бы, конечно, руководство нашего муниципального образования нашего района обратило на это внимание, если бы приняли такое решение, то было бы довольно действенное. Мера. Хорошо, спасибо. Просто обратите внимание, я понимаю, конечно, это финансирование, я понимаю, это здание, я понимаю, это люди, я понимаю, это все проблемы очень большие, но на это, конечно, надо обращать внимание.